Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. В сегодняшнем видео я хотел бы сделать обзорчик на новенький сезон, который уже стартовал в игре Last Day on Earth Survival. И сразу хотел сказать, что все то, что здесь ввели, в принципе, продолжает радовать тех ребят, которые любят скины и, самое главное, не любят выбивать их за донат. Остается возможность у нас, ребят, которые особо не донатят, получить крутые скины вот с таких вот ящиков. Продолжение ящиков, как вы видите, у меня здесь вот такой вот интересненький ящичек. Вот этот, который дает мне рюкзачок скина Америка. Дальше у нас модель Барракуда, которая раньше давалась, по-моему, за Twitch дропа, если я не ошибаюсь. Ну и вот такая вот Дракстер, это тоже прикольненький чоппер, который у меня остается здесь. Остаются те же открытые ящики. То есть у меня дальше тактическая кепка. И пошло-поехало. Те же ящики, которые здесь. То есть дают уже возможность. Получите очень редкий предмет. Уже 100%. Тут, конечно, за донат. Но самое главное, что у нас сезончик начался. 37 сезон с новыми ящиками. И хотелось бы сразу смотреть, что нам выпадет. По монетам, если купить, 200 монет было раньше, сейчас у нас вот соточка монеточек красивых, 150, естественно, крутых монет, 200 монет крутых, ну и также остается 200 монет, вот 10 провианта, так, дальше сколько, 20 должно быть, правильно, 20 провианта, остается 20 провианта. Очень, конечно, скудные сезоны, но, тем не менее, цена остается та же, такая достаточно приятная, неизменная. И плюс к этому добавляется 50 вот таких вот нашивок, шевронов, которые помогут вам проходить снабжение. Что можно сказать? Также остается схема оружейного на 11-й. Смотрим на 33-й. Что у нас там на 33-м? Да, остаются крайне редкие схемы модуля для того, чтобы открыть и получить крайне редкие крутые скины на оружие. У нас тут сетик вот такой вот антирад брони. Ну и бесплатные колеса и вилка на 51-52. Если вам не выпадает, просто немножечко поднатужиться и выпадет это все дело. У нас в конце также винт. Трансмиссия остается донатная. Отлично, симпатично. Давайте залетаем с ноги сейчас в сезон. Самый лучший способ, ребят, открываем секрет. Это, конечно же, просто докачаться до 59-го. Вернее, лучше до 60-го уровня, да. Либо, если честно, докачаться до 50-го и купить сразу же плюс 10 уровней, вы будете 60-м. Потому что, если это сделать в самом начале, то самые легкие первые уровни, которые апаются очень легко, нужно только 1000 очков, сразу будет 10-го, и ты уже начнешь сразу там, по-моему, с 3000. Вот если ты докачаешься до 50-го и самые тяжелые 6000-ные уровни сразу перелетят в 60-й. Очень отлично, максимально симпатично. Выйдем на любую локацию, попробуем апнуть уровень и, естественно, получить свою первую сладкую награду. Кем бы ты ни был, новичок ты или уже, в принципе, развинувшийся аккаунт, возможность получать халяву всегда была в приоритете. И я тоже хотел сказать, что в приоритете получить что-то прикольное. Вот я знаю, куда я пойду. Я пойду вот на корабль. Двойной дабл халява. У нас корабль тоже является халявой, так как она у нас, ребятушки, так как у нас этот корабль дает возможность халявно прокрутить один прокрут и получить халявно одну награду, но убив при этом не самых тяжелых противников. Здрасте. Ну, конечно, лучше, естественно, это сделать каким-то менее затратным способом. Можно вот так вот, Глачевич, до свидули, да? Сливаем всех, заодно получаем сладкий опыт сезона. Как вы видите, сезон залетает как теща под лед. Я думаю, что это все знают, где лучше всего качать. Бункер Альфа, паровозы, естественно, лаборатория. Сейчас отличнейшая тема. Лаборатория у нас, событие лаборатории у нас уже стартовало. И
Здесь ты, помимо того, что получишь карбон и оружейные детали, ты получишь очень много опыта. Потому что лабораторные зомби почему-то по какому-то непонятному вот такому вот событию отдают больше всего очков сезона. Так, у нас здесь реаниматор. Естественно, лучше всего было бы получить реаниматор. Я знаю, что ребята, которые здесь крутят вот эту вот штучку, получают сразу по несколько наград, например, открывая этого мужика, получают сразу, например, там и реаниматор, и щенка, еще одного. Короче, по несколько наград. У меня такого еще не было, хотя я здесь, если честно, не самый частый гость. И это, да. Так, ну что, да здравствует зеленая локация, любая локация для того, чтобы добить все-таки уровень сезона. Я понимаю, что с глоками это делается изишно, но давайте так скажем. Ты же все равно по типу игры сливаешь зомби, рубишь деревья, добываешь известняк. Можно, конечно же, порубить ясеня, дуба, той же руды железной. Это все, естественно, плюсуется в твой опыт. Все, что бы ты ни делал, даже от сбора ягод до сбора вот такой вот древесины на полу, дает тебе сезон. Поэтому, ребят, фармим, наслаждаемся. И все, что нам нужно, это забирать сладкие награды. Да, с миротворцем на зеленой локации делать тут, конечно, есть что. Ну, а если вопрос, Михалыч, а где брать молотки? Ну, тогда этот вопросик, конечно же, решается проблемой, конечно же, простых зеленых локаций. Ну, а вам решать, качать ли сезон или нет. Но я думаю, что от халявы никто и никогда не откажется. Поэтому такой вот, ну, может быть, не самый халявный сезон я видел. И, может быть, это жиза или нет. Есть ли среди нас те ребята, которые помнят, когда ты только покупаешь сезон, тебе уже 200 монет прилетает. 200 монет и, по-моему, сразу же провиант. Это было круто. Какой-то скин крутой и все остальное. Но сейчас этого нет. Но, увы и ах, все, конечно, идет к лучшему. Я не думал, что так будет тяжело сезон накачать, но, наверное, придется какой-то паровоз-баровоз сделать. Все остальное, естественно, круто. У нас, ребят, сезон. Следующий открыт, кстати, с уровнем взломщика на зеленой локации, можно получить что-то вкусное. Ну, я не хотел без слов, конечно, но почему бы и нет. Тут гранату даже можно найти. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. Всем удачи, пока увидимся в следующих видео.